Администрация США рассчитывает, что Конгресс примет бюджет 2016 после возвращения с летних каникул, поскольку в противном случае это может угрожать экономике страны, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Мы надеемся, что когда Конгресс вернется с каникул, он сосредоточится на принятии бюджета, заявил Эрнест на брифинге. По его словам, в Белом рассчитывают, что Конгресс не будет проводить секвестр бюджета и сделает больше для долговременных инфраструктурных инвестиций. Эрнест отметил, что если бюджет не примут и финансирование федерального правительства прекратится, это повредит экономике страны. В то же время он подчеркнул, что сейчас экономика США сильнее, чем накануне кризиса 2008 года. Наши показатели говорят об укреплении экономики, создании рабочих мест, уровень безработицы, другие меры, которые дают экономический рост. Мы можем себя чувствовать уверенно, сказал Эрнест.